Но на самом деле мы расисты. Расизм – это любовь к своей расе. Ни больше, ни меньше. Я, допустим, не понимаю, что в этом плохого. Понятно. Достоинство, честь, чистая кровь и пропаганда идей русизма. Господство белой расы в Европе, а затем во всем мире. Вот наши задачи. Alle her er ihuga nasjonalister, og noen har malt hakekors på hjelmen sin. Men Oleg nekter på at de er nazister. Наша идеология однозначно не фашистская. Мы стоим на позициях идеологии украинского национализма. Ну, мне как бы нравится эта идея единой нации. Угу. Я хочу, чтобы нация была единая, чтобы один народ, одна страна, одна нация. А это подразумевается что? Что... Ну... Как бы, чтобы чистая нация. Ну, не то, что там, как бы у Гитлера как было. Ну, в своем роде немножко, ну, маленько, но было, чтобы своя нация. Кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Украина будет только для украинцев. Два, три. Слава Украине! Слава нации! Сказать перед соратниками. Верен до смерти. Встать в строй. Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Все. Слава Украине! Героям слава! I'm with the National Endowment for Democracy, which is America's foundation for freedom. S'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Слава Украине! I'm with the National Endowment for Democracy, which is America's foundation for freedom.